Что тебе сказали? Мне в саду сказали, то, что вода тоже полезна для здоровья. Для какого здоровья? В твоем случае здоровье это... Я даже не знаю, что. Почему ты сегодня пришла, у тебя вся попа была грязная. Куртка прям... Вообще такое ощущение, что приклеивали грязь к ней, а? Ты где ты там сидела? Рассказывай. На ступеньке, которая ограждает песок. Больше песочек. Туда не садиться. Чтобы были коленочки чистые. У все дети чистые приходят. Одна ты только грязнушка. Да? Угу. Я вот прихожу с работы, чтобы мыть твои куртки и твои штаны, да? Нет. Нет? И уроки с тобой учить. Уроки обязательно ты приходишь учить со мной. Она учит тебя пользоваться хорошо одеждой, чистенько. Не надо? Надо. Ты же принцесса, ты же девочка. Надо. Ну, почему ты тогда себя так ведешь? Стыдно должно быть. Да, стыдно. Будем уроки учить? Да. Давай, дописываем. Хорошо? Почему? Потому что надо. Да. Как вот рисую? Пишу. Пишу. Раз, два, три, четыре, пять. Красиво пишешь. Что там такое? Ва. Вот, давай до конца. Чистенько крючочек, уже получается, да? Крючочек. Пузико. Пузико. Хвостик. А теперь еще раз. Раз, два, три и хвостик. Угу. Раз, два, три. А большую, как ты вот тут напиши? Как ты пишешь большую? Нет, не здесь, ниже, ниже, ниже. А где? Где большие буквы А? Молодец. Умница. Вот здесь. Да. Старайся через одну клеточку, да? Вот так. И потом ножка. Молодец. Язык спрячь, откусишь. Вот они ваши карандашики. Вот. Бери карандашик. Берем сначала черненький карандашик. Хорошо. Хорошо? А что мы сначала будем делать? А, ты возьми, я тебе сейчас расскажу. Ну, я не знаю. Что не знаешь? Это синенький, а мне нужен черненький. Взяла? Вот. Давай, я тебе помогу. Вот. Вот. По вот этой вот пунктирной линии ведем. Но не спеши. Да, сюда. Видишь, две клеточки. Аккуратненько старайся, ровненько. Вниз. Вверх. Две клеточки. Вниз. В сторону вверх. Две клеточки. Вниз. Вверх. Две клеточки. Вниз. Вверх сразу вот здесь, да. Две клеточки. Вниз. Вверх две клеточки. Все. Теперь разукрасить. Нет, теперь здесь кружочек нарисовать посерединке. Здесь сначала нужно. Ну давай там. Кружочек. Посерединке, да. Здесь посерединке кружочек. У тебя замечательно получается. Внутри кружочка нужно нарисовать красненьким. Я вам сейчас дам красненький. Вообще, да, кто мне будет помогать? Я. А? Видишь, я у тебя дал красненький, а этот забрал. Кружочки делаем красненьким. Ясно? Да. Разукрашивайте. А теперь
Самое ответственное началось. Вот вам оранжевенький. Вот это вот все разукрашивайте вверх. Желтый. Желтый. Ну, оранжевый такой какой-то, он непонятный там. Этот подходит, этим разукрашивайте. Этот оранжевый. Ну, правильно. Подходит? Нет. Как нет? Видишь? А вот этот подходит? Вот этого не подходит. Мне нужен желтый, желтый. Хорошо, Йом. Есть желтый. 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 Вот такой? Да. Вот ну, давайте. Желтый. А вот теперь подходит. Смотри. А слово «желтый» там есть буква «о». «О» – это гласная или согласная? Гласная. Гласная. «Желтый». А там еще «ы» есть. «Ы» – это какая? «Ы». Это какая? Согласная. «Ы». Открой ротик. Согласная? Да. Или гласная? Гласная. Точно. Ну давай, разукрашивай, разукрашивай. Давай я тебе покажу, как надо, смотри. Берем вот так вот и сначала вверх делаем, вот. Я тебе помогу, да? Угу. Вот так вот вверх проходишь, а потом вот так уже будет проще тебе рисовать, да? Да. Помощник? Да, помощник. Еще вот здесь. Вот тут ты уже хитренькая какая, а? Да. Да? Угу. Вот здесь вот ты пропустил, вот здесь вот. Ну давай, давай, исправляй. Это я не пропустил, это я специально для тебя так сделал. Чтобы я подправляла. Да, чтобы ты тоже поучилась. Давай сыграем с тобой в третий лишний. Да. Это что? Ну еще вот это. Это что такое? Ну. Вишня. А это? Флаг. А это? Перец. Перец. Что у них лишнее здесь? Лишнее, лишнее. Флаг, конечно. Нет. Ягода. Почему? Потому что флаг — это не еда тебе. Ну, тогда да. А еще у них общего — флаг красный и вишня красная. Да. Тогда перец лишний. Нет, здесь еще есть вот такой желтенький. Значит, перец, ну, тоже не лишний. Ладненько, давай тогда делай. Эй, я. Подожди, ты желтым доделала? Да. Ну хорошо. Сейчас я тебе тут контур сделаю. Вот, на. Спасибо. Пожалуйста. А вот здесь что лишнего? Флаг, флаг, флаг. Ничего. Покажите стрелками уменьшение. Раз. Здесь уменьшение покажите. Это большая, потом средняя, а потом поменьше. Хорошо. А здесь? Большая? Молодец. Покажите стрелками увеличение. От маленького к большому. Молодец. Молодец. А здесь? Тут ты не справишься. От маленького, самый маленький вот он, к большому. Какой? Вот сюда, может быть, сначала? Сначала вот так вот, потом вот так. Хорошо. Да, а нет. Здесь? Маленький вот. Правильно. Ладно, рисуйте синеньким. Разукрашивать. Если бы ты еще любила вещи не пачкать, было бы вообще изумительно, да? Угу. И любила не баловаться. Ну ты же не вылази, надо же аккуратненько. Простите, я так не умею. А ты вот так поверни и делай. И тогда получится все у тебя. Получается?
Ну, тогда только так. Ну. Аккуратно, не спеши. Все, молодец. Давай сюда учебник. Вот такое вот задание ты сделала, да? Да. Три штуки. И за это мы с тобой будем делать что? Ну, да. Да, может, есть задание. Домино. Не хотите поиграть? Хочу. Один разочек. Один разочек, а потом опять учиться. Если у меня опять получится хорошо все, то тогда опять будем играть с домино. Да, давай свои домино. Ты же жулька будешь жульничать. Я ж тебя знаю. Ложи сюда, а то рассыпется сейчас все. Опа. Ну давай. Переворачивай. Что ты делаешь, Кира? Ты не хочешь играть? Переворачивай. Все, давай, мешай. Все? Помешала? Да. Можно брать? Да. Ну давай, два, бери ты. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это будет у нас базар, да? Ну давай. Разлаживай. Сейчас посмотрим. Есть у тебя один-один? Нету. Нет. 2-2. 2-2. Да, 2-2. Я хожу. А ты думала меня обмануть? Да? Эх, хитрюга. Я тебя обыграю еще. Так, так, так. А мы вот так пойдем. Тройка. Тройка, да? Тройка, тройка, огуречек. Обыграть она тут собралась. Ха, ха, ха. Ха, ха, ха. Та-та-та. Опа. Так, так, так. Крекс, брекс, пекс. А мы вот так. А теперь ваш ход на базарчик, нет? А, у тебя там есть, ходи, ходи. Хитренькая какая, а? Это ты хитрый, хитрюга. Я хитрый? Да. Ну, тогда, пожалуй, вот так. А я так там. Смотри, у тебя шестерки и пятерки. А надо двоечка, либо четверочка. Что у тебя есть? Ничего. На базар. Подождите. Обманщица ты. Пятерочка опять. И единичка. Нет. Ой, пошла жара. Стоп. Видишь, четверка есть. Ходи. А я закончил. Папа выиграл. Ну я тоже! Что тоже? И тоже хочу! Ну, в следующий раз. Если ты будешь хорошо себя вести, не будешь вымазываться в садике, как поросеночек, то тогда ты обязательно выиграешь. Спряталась. Спряталась. Да, спряталась. Хорошо, что папа выиграл? Нет, плохо. Давай дальше учить уроки, давай. Ну все. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. А поцеловать? А помахать? Почему? А вдруг тебя Тоша смотрит?